Столетняя история Ленинского коммунистического союза молодежи – живой и значимый документ. Перелистывая его страницы, мы ощущаем дыхание эпохи и видим неповторимую связь времен и поколений. Накануне знаменательной даты 24 сентября 1920 года активисты Пинской городской организации Белорусского республиканского союза молодежи провели интересное мероприятие, посвященное столетнему юбилею овеянной славой и делами молодежной организации. Подробности у нашего корреспондента. Это мероприятие стало ярким подтверждением преемственности двух молодежных организаций – Ленинского коммунистического союза молодежи Беларуси и его правопреемника – Белорусского республиканского союза молодежи. Именно активисты Пинской городской организации этого массового общественного объединения устроили настоящий праздник для ветеранов комсомольского движения нашего города. Комсомол не канул бесследно в лету. Остались его дела, остался его дух. Комсомол – символ мужества, героизма, беззаветного служения молодежи своему Отечеству. На каждое поколение приходилась своя судьба, но всегда комсомол показывал свое лицо, был всегда примером героизма, патриотизма и, конечно, успешного выполнения любых поставленных перед ним задач. Связь поколений должна продолжаться. Ростки лучшего должны прорастать в тех, кто сегодня связал свою судьбу с Белорусским республиканским союзом молодежи. Тем, кто у сердца хранил и продолжает хранить комсомольские билеты, есть что передать молодежи. Потому что нет такой сферы жизнедеятельности, где бы не участвовали комсомольцы. Сегодня ответственность за будущее в руках молодежи. И Белорусский республиканский союз молодежи ставит амбициозные цели. Содействовать развитию гражданского общества, основанного на патриотизме и духовно-нравственных ценностях. Ваш бесценный жизненный опыт интересен и полезен нынешнему поколению. И сегодня члены БРСМ, комсомольцы 21 века, разрешите так сказать, как и прежде на передовой. Общими усилиями мы стремимся укрепить авторитет молодежной организации во благо нынешнего и будущего поколения нашей страны. В честь праздничного юбилея, столетия белорусского комсомола, Пинский городской комитет БРСМ подготовил для ветеранов комсомольского движения сладкое угощение. А тон праздничному настроению задавали песни в исполнении ансамбля казачьей песни «Подкова». В этот день ветераны комсомола не просто вспомнили свою овеянную славными делами молодость. Они еще раз протянули руку молодежи поколения 21 века, чтобы быть уверенными в том, что это рукопожатие укрепит связь времен и поколений. Но будем надеяться, что молодежная организация, взявшая на себя ответственность за все эти, так сказать, исторические моменты, будет продолжать славные боевые традиции, и трудовые, и веселые, и какие угодно, и культурные, и культурно-просветительские. Члены Белорусского республиканского союза молодежи по праву считают себя выходцами из Ленинского коммунистического союза молодежи Беларуси. А это значит, что лучшие традиции многих поколений патриотов и энтузиастов сегодня в надежных руках. И мы, конечно же, не можем обойти этот стороной этот праздник. Мы, естественно, решили его отметить и отметить грандиозно, потому что это все-таки большая праздничная дата. Мы хотим поблагодарить всех ветеранов, которые принимали участие сегодня в нашем празднике, и запомнить этот день как большое значимое событие для нашей жизни и для жизни Белорусского республиканского союза молодежи.